Теперь о выборах. Напряженная неделя для журналистов, политиков и избирателей. В субботу Латвия выбирала тех, кто возглавит города, поселки, края в ближайшие 4 года. Выбрала. Накануне Центральная избирательная комиссия утвердила итоги выборов самоуправления. На первый взгляд, ни в одном крупном городе не произошло глобальных перемен. В Риге победила нынешняя коалиция, в Вентспилсе сокрушительная победа Айварса Лембергса. Нынешняя власть показала лучший результат в Даугавпилсе, Елгаве, Резекне, Лепое. Казалось бы, зачем проводили выборы? Выбрали все тех же. На самом деле, в крупных городах ожидаются значительные перемены. Рига – столица. Экзит-полы, то есть опросы с участков, показывают. Нынешняя власть в виде Нила Ушакова рискует не собрать необходимые проценты. Но утром, после подсчета всех голосов, у согласия честь служить Риге более 50% и 32 места в Думе. Нил Ушаков сохраняет власть, однако потеряв большое число сторонников. В Думе нового созыва будут работать новопредставленное объединение регионов, новая консервативная партия, национальное объединение и единство. Второй крупнейший город Латвии – Даугавпилс. Здесь победу одерживает партия нынешнего мэра Яниса Лачплесиса. Но чтобы взять власть, ему не хватает голосов. Партия «Согласия» и местная «Наша партия» договорились о коалиции. Город отдадут «Согласию», мэром станет Андрей Элкснинш. Решается судьба Лепы, там власть рискует потерять многолетний мэр Улдис Сескс. На выборах победил, но голосов, чтобы возглавить город, не хватает. Неофициально Сескс едет в Ригу, неофициально идет к Ушакову. Неофициально пытается договориться о коалиции с согласием, которая в этом году в Лепое разыграла золотую карту. Никто ничего не подтверждает, но опять же, неофициально, известно, договориться не удалось. И уже к концу недели уже официальное заявление от мэра Сескса. Сотрудничество с согласием невозможно. Из Курземы в Земгалы, а потом сердце Латгалы, Вентспилс, Елгава, Резекне. В этих городах уверенную победу одерживает нынешнее руководство города. У партии Айварса Лембергса в Вентспилсе абсолютная победа – более 60% голосов. Союз зеленых и крестьян продолжает практически безраздельно править Елгавой. По сравнению с прошлыми выборами, СЗК увеличил представительство в Думе с 6 до 7 депутатов. Это означает, что для получения большинства партии нужна поддержка одного депутата. И выбор у зеленых есть. Свои 2 мандата сохранило национальное объединение. По 1 депутату в Думу делегируют единство, КПВ, ЛВ и Латвийское объединение регионов. Поддержка правящего в Резекне согласия также велика, как и поддержка Лембергса в Вентспилсе. Партия улучшила собственный результат и получила 9 мандатов из 13. Это означает, что мэр города Александр Барташевич может продолжать править городом. Выборы в Юрмале выиграл Союз зеленых и крестьян, который, тем не менее, по сравнению с 2013 годом, потерял 1 депутатский мандат. Было 7, стало 6. Единство потерпело поражение, потеряв 2 депутатских мандата, а согласие сохранило позиции в Думе. Партию будут представлять 3 депутата.